e'tiboringizni bir oilaga qaratamiz. Bilasizmi, O'zbekistonda istiqomat qilayotgan oilalarning aksari ko'p farzandli hisoblanadi. Ammo nechta farzand bo'lishi mumkin? 4, 5, ana boring 8 yoki 9tadir. Lekin Paxtazor qishlog'ida istiqomat qilayotgan rus millatiga mansub Andrey Vorobyov va Valentina Vorobyovlarning farzandi naq 18 ekan. Eng qizig'i, barcha farzandlarni Valentina opaning o'zlari dunyoga keltirgan. Biz ular haqida to'liq ma'lumot olmoqchi edik, lekin biroz imkon bo'lmadi. Ammo nima qilganda ham qahramon ota va ona bilan ozroq suhbatlashishga muvaffaq bo'ldik. Ushbu oilaning katta farzandi 31 yoshni qarshilagan bo'lsa, eng kichigi 8 yoshda ekan. 55 yoshli Andrey aka va uning 50 yoshli turmush o'rtog'iga qo'yib. Дети у нас хорошие, тут все трудолюбивые, помогают, способные очень. Они занимают первые места. Вот недавно у нас было здесь соревнование в нашем районе, и наши дети заняли призовые места. Девочка заняла, одна девочка заняла первое место по марафону, другая третья. Сын мой, который учится в колледже, занял первое место по компьютерным технологиям. Вот, они получили призы, довольны, столько впечатлений. Вот, ну... Люди хорошие в поселке, нам очень нравится. Вот. Все простые, добрые. И поэтому мы никуда уезжать не собираемся. Нам хорошо в Узбекистане, нам хорошо здесь. Чинданда, хойл қолиш керек. Менимче, бунде ко фарзанди ойла болмаса керек юртымза. Ең қызығы барша фарзандлары ақылли, оқымышли ва түрли танлулар, мусабақалар, соврындолар екен. Хуллас 18 нафар фарзандын тарбия қылышни өзі боладыма. Адди ханаданда сықамат қыладыген үшбу ойлаге хам албатта етбар ва көмек көрсатлады. Яна бірге, улардың даими яшашчайы Ташкент шахрыда екен.